Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, сейчас мы с вами поиграем в игру под названием Infinitely Up. Переводится как «Бесконечно вверх», и она запускается в окошке. Можно, конечно, поставить... Ой, музыка какая странная. Start game. Опа, на микрофоне волос какой-то. Что делать-то? На что нажимать? И? А, то есть вот так вот, да? Огонь. Огонь вообще, просто прям... Нужно получать очки за это дело и просто строить, правильно? Чё-то не пойму. Так, и что? Что это? Что? А, типа... First fall, получено достижение. Окей. А можно построить, типа... Типа вот так вот. Можно построить? Можно. Тогда давай вот так строить. Вот так вот. Вообще, чтобы было хорошо все. А вот тут вот уже надо вот так начинать делать. Что такое? Ты что тут вот такое болтается? Извините. Меня прям раздражает. У меня тут кошачий волос на микрофоне. Я в растерянности. Не понимаю, что нужно делать. Так, ну... И это надо вот сюда построить. Делов-то. Вот. Но вот эту байду не поставишь ничего хорошего. То есть, правда, можно вот так попробовать, но это все. Типа, нельзя падать за пределы, что ли? Да, нельзя падать за пределы, я понял. Рестарт. Тут можно сделать фуллскрин, но тогда у меня не будет цепляться запись. Потому что я попробовал записать полный экран, а он не записывает полный экран. Представляешь, вот это проблема. Проблема. Целая проблема из этого возникла. Так. Ну, здорово. Вот так вот ровненько положи, вообще будет хорошо. Ну все, упало. Давай, рестарт. Игра, она очень-очень сложная, очень-очень прям такая, она прям насыщенная контентом, да? Вот ты прям чувствуешь, как она задерживает тебя здесь, вот, чтобы ты смотрел, как это... Что же будет дальше? Что же будет дальше? А никто не знает, что будет дальше. Все вот думают о настоящем. Никто не думает о том, что будет дальше. Вот мы просто сейчас играем, кладем кубики, шарики... А, first 1K. Первая тысяча. Ну, все это финиш, можно сказать. Потому что если я сейчас так вот положу... Ну да, это финиш. Все, улетело. Давай еще разок попробуем рестарт. Ну а это точно финиш. Хотя, в принципе. Музыка вообще выводит из себя просто. Упал. Ладно. Ну ничего страшного. Правильно? Чего страшно жить? Зря я так сделал сейчас. Да, зря. Да, зря. Тут даже думать не на чем. Тут просто вот сидишь и кладешь кубики. Кубики, квадратики, какие-нибудь там, я не знаю, разные фигуры кладешь просто друг на друга и делаешь так, чтобы они не упали. Сейчас будет косая. Нет, не будет косая. Вот так вот. Эта музыка, она выводит из себя, она прям вот, знаешь, она такая... Она настолько вот она... Как-то... Можно как-то реверснуть, чтобы она висела по-другому? Блин, ну тут все, это засрал, я уровень считаю. Поэтому надо строить в несколько слоев изначально. Нужно ставить несколько слоев, и тогда будет все правильно. Типа вот так вот я строю вот с этой стороны сначала. Да? Да. Потом строю вот с этой стороны. Потом продолжаю строить вот здесь.
ставлю косую вот сюда. Вторую косую ставлю вот сюда. Пиздец. Что это такое? Что было сейчас? Ты понял? Я не понял, что это было. Почему она упала в ту сторону? Она была, должна была перевесить в левую сторону. Ой, какая же это нудная игра. А еще вот этот волос, который болтается. Вот... О, я его собрал. Кошачий волос. Люблю котов. У тебя есть кот? Молодец. Ой, блядь, как же нудно в эту игру играть. Интересно, а можно построить башню в 10 тысяч? Просто вот мне интересно. Просто вот сейчас вопрос этот возник. Если интересно, то давай смотреть. Будет ли такая башня или нет? Ну, я думаю, что нет. Это помойка какая-то. Они фиксируются. Их не собьешь после того, как это... То есть, по факту, я могу... Вот так вот сделать? Нет, я так не могу сделать. Опа. Давай рестартнем. Это в уголок. Это следующий после него стоит. Это вот сюда. Главное не спешить. Здесь самое главное нет, не торопиться. Будешь торопиться, будешь проигрывать. В такую игру грех проиграть вообще. Здесь прям очень строгие законы физики, потому что... То есть, если я вот так кину... Она, я проиграю, ну, не проиграю, а она упадет. Знаешь почему? Потому что перевесится. Физика. Здесь тоже перевесится. Блин, дай ее кинуть-то вот сюда можно кинуть, конечно. Да, будет криво. Вот так вот будет не криво. Вот так вот будет криво. Кривовато, но... Ну ладно, нормально. Нормально, самое главное, чтобы стоял, правильно? Вот. Вот этим делом мы почти выровняли. Сейчас засру вот этим кубик. А, нет, не засрал, ты гляди. Нужно выровнять позиции. Позиции надо выровнять вот так вот. И все. Чтобы можно было потом вот так вот сделать. Музыка, она вроде и успокаивающая. А вроде такая вот нудная вообще кошмар. Вот так вот. Кладем, чтобы было хорошо. Да, просто посидим, помолчим и будем слушать эту музыку. Это прекрасная музыка. Пиздец. Это... Я не буду это никак комментировать, но это стыдно. Это глупо было сейчас. Я столько строил для того, чтобы просто взять и просрать. Стыд, позор, конечно, да. Это должно быть стыдно. Это прям очень, очень стыдно. Знаешь почему? Потому что я вроде старался. А как оказалось, что я не старался вовсе. Это очень грустно. Грустно, но мы не будем сдаваться, мы будем строить дальше. Очень-очень-очень интересная игра. Если не нравится, то ты очень странный человек. Очень интересная игра. А вот с этой стороны пусть стоит. Здесь интересно только музыка. И та, знаешь, из трех нот здесь сделана. Бам-бам-бам, 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 бам-бам-бам. Эти я не смог запомнить. Ну ладно, мы здесь не в музыкальную эту игру играем, мы играем в игру, которая называется «Бесконечно вверх», а следовательно, падаем бесконечно вниз. От какой-то на земле. Бесконечная игра просто. Она, знаешь... Бам-бам-бам. Ну, ты, скорее всего, не видел, что там произошло. Просто понять нужно это.
Просто нужно запомнить, что вот, вот не нужно записывать в окне, когда у тебя что-то делается на компьютере. А, потому что придется, знаешь, что делать? Вырезать. И никто не заметит. Никто не узнает. Никто не поймет. Так, вот здесь вот надо, знаешь, как сделать? Вот так сделать, и тогда не упадет ничего. И у нас огромная площадка получается. То есть, по сути-то своей, я сейчас могу вот так даже сделать, засрать вот это. Вот, блять, ну вот это пиздец, конечно, был. Я сейчас так не хотел делать. Стыд, позор. Она должна... Ты должна была выровнять. А не примкнуть к ним. Вот сюда вот прям по... Ладно, все, пень эту игру. А, суть вы поняли, да, игру можете скачать, купить. Я не знаю, бесплатно вряд ли найдете. Она стоит что-то порядка 20-30 рублей, наверное, да. 30 рублей она где-то стоит. И, в принципе, дешево это, очень-очень дешево. Ну, за эту игру я бы не отдал 30 рублей, конечно. Это рублей 10 стоит от силы. Это прям надо постараться, чтобы за 30 продавать. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. Всем до встречи в новом видео. Всем пока.